Всех приветствую, ребят. Вы попали на канал Вот впадлу. Посмотрел, идет ли запись или нет. Все идет. Сегодня и сейчас будем играть на Disruption. Дизраптурике. Дизраптурском. Ладно. На самом деле очень сильно мышка лагает. Назовем это так. Мне это, конечно, не нравится. Хочу стики взять себе. Так, сегодня будем играть на Дизрапторе. На самом деле уже только что сыграл, сегодня сыграл одну игру на Дизрапторе, тоже на силе, но я качал силу и решил его сделать все-таки не силой, а лов. Ну, я его сделал фулл сила, но дошел до талантов с вампиризмом. Скажем честно, ну, не ДД он. Все же силовой дизраптурикс это не ДД. Я понял, что из него надо делать такого силового мага больше. Хоть он, как ни странно бы... Кстати, теперь можно пешком тут проходить. Как бы странно ни казалось. Но он все-таки по большей части... Что-то хотел сказать и слова начал забывать. А, ну, короче, он больше маг, чем, типа, керри. Я его все-таки, когда им играл, я представил его больше как керри. Такого, керри молнии, там, вот это все. Но на деле это не так не работает. Ну, да. У меня... Возьму стики, не знаю, просто хочу взять стики. Кто мне запретит взять стики? Вот, очень сильно мышка, кстати, прокликается... Опа, first blood. Единственный минус нет у меня. Но я сейчас, кстати, третий уровень взять, это будет вообще кайф. Это же неприятное. Не будем никуда отходить. Самое больше денег, где только можно взять. Очень сложно кликать. Потому что мышка почему-то подлагивает. Что, Undying тут? Ну, чистый кайф. Чистый кайф сейчас играть. Ну ладно, ничего страшного. Абсолютно меня это не волнует. Качаемся дальше. Прикольная луна. Так я никогда не замечал, что там луна еще была какая-то. Аверка уже тут. Надо отсюда валить, короче. Просто отсюда сваливать, потому что мне это уже начинает поднапрягать. То, что все время тут кто-то есть. По большей части, ну, редко, когда прям кто-то висит на одной точке, особенно моей. По большей части никто не висит. Короче, мой план на игру такой. Я хочу сделать все-таки... купить ему 3D шмотки. Не знаю, как правильно сказать. Не хватило урона. Блин, ну как будто любой рандомный перс мне может сейчас тупо по голове настучать. Это прикольно. Ладно. Надо увеличение, типа, самого КД вот этого, типа, первого спала разогнать. Поначалу я вот в прошлой игре играл прям один к одному. Прошлая игра, честно говоря. Только я еще там купил себе Soul Ring, которым бы в итоге ни разу не воспользовался. Чему? Потому что я просто хп терял быстрее, чем ману. Вот, кстати, с браслетом. Вот я сейчас с браслетом бегаю. С браслетом по хп, в принципе, держусь нормально. Кстати, вот больше всего меня удивляет в этом всем том, что у меня... Я на первом месте по нетворсу. Это очень странно. Там вижен. Не знаю, стики, нужду стиков я, честно говоря, так и не понял. Нужны ли они мне по правде были или нет. Кстати.
Кстати, чувствую в итоге себя очень хорошо. Еще сатиров этих зафармим. Куча денег. Появляется у нас шестой, я на первом месте. F плюс кайф. Действительно, думаю, как правильно сейчас первую шмотку какую купить. А у нас еще есть минута фарма. О, вообще, честно говоря, хочется Радианс. Хочется Тараску купить. Угу. Угу. Так тоже бывает. Как будто зомби и дровка, они там полупати контент какой-то устроили. А попробовать кунку убить. А, по идее, я его убью. Что-то АФК стал. Что-то он там пиво, видимо, бутылочку наливал себе. И мы в этот моментик... Опа! Так, из хороших новостей. Мы еще сейчас возьмем голды, наверное. Нагло. Нагло будем голду набирать. Тайт ВР, КВР 5. Тайт 5. Тайт с БМом. Даже если она 6 возьмет, Тайт ее, по идее, убивает. Так, ну мы раскачали еще плюс 3 удара, теперь можно выходить в силу уже. Какой план у меня? Хочу купить себе, помимо вот этих двух шмоток, потом купить Дискорд Робину, скорее всего. Тут, я думаю, либо Махкриты, либо Дискорд Робину. Дискорд Робина как будто больше даст. Она даст и атрибуты, и восстановление маны, что тоже важно, потому что маны у нас не так уж и много. Потом... Ну, плюс у нас первый спелл по итогу, ну, топов спеллам любят вот это меня подкумаривать. По спеллам у нас интервал ударов, количество ударов, скорость атаки, которая как будто намекает, что ты должен стать кором. Вот почему я подумал его сделать с ловкостью. Шанс, что с удара ты можешь применить его. Срабатывает вокруг персонажа. Это, то есть, вот это срабатывает на героя, а это на персонажа. Поэтому как будто Дискорд Робина типа выглядит круто. А потом получаемый вами урон. Я, честно, даже не читал. Давайте прочитаем, когда... А то опять захитите меня. Вот, можете подписаться, лайк поставить за этот моментик. Когда получаемый вами урон достигает пределов 10% от максимального здоровья, автоматически применяется вокруг персонажа. Ну, ставлю лайк, короче. Ну и самый главный талант — это то, что бьет через БКБ, и урон от заклинания 25%. Вот. Я хочу сейчас купить вот эти две шмотки. У меня появится хпериен, у меня появится урон. Потому что магически, если уже вы бьете магией, то вы не физик. Я уже это понял. Я реально хотел из него сделать какого-то магического физика, но... Ну, это не так работает просто. Ну, не стал он слабенький все равно. То есть против каких-то определенных, может быть, персонажа, оно бы и зашло. Но в моем случае... Бля, как-то так плохо все спелы нажал. Я знал, что он где-то тут, но где именно, я же не знал. Опять это дровка. Кстати, дровка интовая, походу. Так, ладно, пойдем регениться. Там регенится, очень меня пугает этот шейкер, эта дровка, все они меня пугают, если честно, очень сильно. Я вообще бы сейчас... Не, ну, ладно, скорость атаки — это тоже важная такая штука. Я прям как будто заобузил его. Не особо его боюсь, потому что... Сюда его можно будет вернуть обратно.
Но это было стильно, на самом деле. Это было действительно стильно. Прям переиграл и уничтожил. Давайте даже вот так сделаем сейчас. Что-то есть у меня подозрение, что такие зомби возвращаются обратно. Ну ничего, ладно. Пока, кстати, вообще без маны двигаемся. То есть просто на энтузиазме от шрайна до шрайна. Но я же говорю, Soul Ring в итоге не купил себя, поэтому я его не буду больше покупать. Из хороших новостей мы достаточно быстро доходим до... Шукунку. Достаточно хорошо доходим до этого. До... Ипнем его на удачу. Так, классический. О! Теперь мы бьем с руки. Вообще классная шмотка смотрится, которая дает с броней. Которая, ну, с броней, вы поняли. Легенькая заковыряшечка. Ну, кстати, это невыгодно сейчас делать, потому что Кунка точно вернется сюда. Пойдемте лучше ману отрегеним. В итоге тут и красный, и синий, и желтый, и зеленый. Там все в меду вообще пвпшатся. Тут где-то, да? Ну все, кайф. Радиансик есть, кстати. Бутстоун еще хочу собрать на него. Ну, кто-то тут есть. Ну, тут ты не поставишь, сразу тебе говорю. Достаточно он так. На позитиве решил двигаться. Так, а я уже ж стал силой. О, кстати, могу вокруг себя уже применять. Это хорошо. О, вот это очень надо. Вот это не надо. Сразу забузим всех, ну естественно. Если уже фармить, то всех. Сейчас очень круто Тараска зайдет. И, наверное, Rob of Magic. Эту, которую я говорил. Кстати, ульты не было. А он меня видел, наверное, на метке. Что-то я вообще за этими метками иногда... Абсолютно не слежу. Возьмем еще доп радиус. Восстановление, не основной атрибут. Уменьшение расхода, урон заклинаний, хп. Давайте возьмем. Я, наверное, здоровье денег бы выгоднее взять. Ну, тоже 5%, что там везде напукает. Оп, успел. О, кстати, ВР-ка. А, тайт ливнул. Кто из них победил вообще? Мне главное, что ее... мне надо ее, чтобы ты ее убил. Эту дровку, она неприятная. Ульт, ульт. А, ты интовой. А, ну он не победит. Такой скоростью... Не победить, конечно. Так, ну все, теперь главная задача дойти до Тараски. Дойди до Тарасочки. Вообще молнии еще на него кайфово смотрятся. Давайте, может быть, даже попробуем и правда сделать молнии, а потом сделать Bloodstone.
и Шиву какую-нибудь. Я хочу сделать какую-то синергию, чтобы он оставался типа толстым героем, силовиком, но как бы чтобы он был магом, потому что он по факту маг, у него все магия, 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 магия. Кстати, запомните, дизраптором так не лучше не шутить. У меня же Silence. Он забрал у меня, кстати. Неприятно. Ну, от Тараски просто не хватает. Ну, вообще, да, неприятненько, конечно. Я не успел его побить. И, ну, торрент попался. Ну, тут Тарасочка нужна. Чтоб хпшечки просто побольше было. Я вроде как будто и силовик, но 2700 хп это не кажется чем-то страшным. Кто-то был. Бля, я все потратил. Очень хорошо, что он облажался больше, чем я. Я даже не понял, как он так вернулся на самом-то деле ко мне. Ну да ладно. Он что, вернулся? Еще надо будет обязательно чуть-чуть в интеллекте подкачнуться. Это хороший килл. Ну, салом я его, конечно, легко забираю. Я думаю, он уже за мной летит, поэтому надо идти хилиться хотя бы чуть-чуть. Давай, давай, появляйся. Видят прям. Видят как надо. Там какая-то у них карусель интересная. Ну, это уже аннигиляция пошла. О. Ультракилл. Ну, это вряд ли будет рэмпейдж. Но это было бы уже перебор, у меня тупо ресурсов столько не было. Так, я беру то, что я хотел. Давайте силу на 3 еще. Так, ну из этого, блин, ну... Надо посмотреть, что у нас вообще. Давно не делал ультракил. У нас лавкачный... Я не знаю, честно говоря, что он делает лавкачный. Кунг. А, кунг лавкачный, просто керик. Ее мобы убили. Жестко. А молнии нужны. Чуть не так работает. Ну, молодец. Ни одного варда, кстати, не поставил. Ну вот сейчас я чувствую себя намного сильнее, чем я играл до этого. Типа, герой прям намного сильнее, потому что он просто тупо мах. Минуты есть, кстати.
Да, молнии под бустом тоже кайфово зайдут. Давайте даже вот так сделаем. Хочу три раза качнуть. Урон от заклинаний. Потому что у меня куча заклинаний. Я становлюсь очень сильным. Меня это пугает уже. Так, хочу Bloodstone и хочу вот так. Что там того, что у меня даже... Я здесь еще через БК побью. Зомби, кстати, ливнул. А я просто голду брать. Ни о чем вообще можно не думать. Шейкер Кунка. Кунки БКБ бесполезная. Шейкер может его победить. Но он неправильно собрался. Но может. Так, у меня еще есть Last Talent. Мы его тратим сюда. Дальше, в принципе, я не вижу смысла. Типа... А, у него БКБ, точно. Я не подумал о том, что у него БКБ есть. Просто он его с удара убьет. Как вариант, что мы можем еще качнуть? Можем сопротивление магии взять. Можем вообще регена взять. Ну тут, чё, ну глимеры, глимеры. Вампиризм не хочу особо брать. Короче, пока не, просто можно забить на все это. Можем маг-резиста взять, можем уменьшение урона взять. У нас вот сейчас реально герой намного сильнее, чем был у меня до этого. Я бы вам как-то его показал, ну, я не знаю, там я топ-4 вроде. Четвертое место вроде занял. Но это вот уже машина реально для убийства. Главный его прикол в том, что тандеры работают через БКБ. Манреген у меня отсутствует. Я в тот раз забрал для манрегена какую-то шмотку, я уже забыл какую. У нас будет бутстоун, мы можем его бузить. Герой сейчас становится реально сильным. Такой чистый мах-мах. Давайте все же еще вот так сделаем, да, я и хотел. Или махриты возьмем просто. Махриты. Я люблю больше, честно говоря, махриты. Да бутсона чуть-чуть осталось, кстати. Чуть не в ту сторону его вернуло. От места, куда я планировал. Кстати, в итоге скорость атаки ему, ну, вот этой вот достаточно, ну, прям, ну, прям достаточно, действительно. Потому что я его прям усиленно апал в эту скорость атаки. Я очень сильно хотел сделать из него ДДшку, которая бьет с руки. А ему это вообще, он говорит, мне плевать, мужик. Мне плевать на это все. А, все, маны можно не это, ничего не собирать. Был сон, раз 25 секунд нажал, у тебя фул мана. Чем мы тут возьмем? Восстановление у нас есть. Урон с руки, который нам не нужен. Ну, кстати, можем, правда, скорость атаки чуть-чуть взять. Просто, чтобы шанс срабатывания был больше. Ну, типа, вот так. По факту, в силе мы силу качнули, а там, ну, можно еще, конечно, добрать. Ну, кстати, интересно, он шмотку нажал. Чисто магический иммунитет выдуманный. О, что? Две свинюки. Это не подкрутка, правда. Я такое видел последний раз, ну, столетий 20 назад. А, он меня убил.
Нутори меня убил. Я его тоже, конечно, убил, но он меня тоже убил. Кстати, против него магический... Там не магический, от него физический иммун надо брать. Я езжаю, я играл на кунке. Ну, он, кстати, сильный довольно-таки. Ничего, все тоже решаемо довольно-таки. Сейчас придумаем, что можно еще взять. У меня по факту шмоток-то еще нету. У меня две шмотки вообще отсутствуют еще. Я могу любые две шмотки подобрать под него, абсолютно любые. Я бы взял на самом деле бы Шиву себе. Потому что она и брони даст, и маны даст. Ну, то есть такая приятная шмотка. И просто его замедлить тупо, чтобы он не чувствовал себя комфортно. Но ультовать он 100% будет. Это понятно. У него еще есть БКБ. Я думаю, просто с ним мы и сразимся в финале, но это... Ожидаемо, скажем так. Ну да, по бабкам я сейчас лидирую. Ну, две свинки, конечно. Хотя они дали всего-то по 700 голды. Прям там вау-вау-вау. Махкриты, вот я думаю о них. Типа, у меня есть возможность купить... Где она вообще? Которая Сауринга делается. Я уже поздновато на самом деле для нее как будто. Я бы сделал. Она дает кучу всего крутого. Камию ману еще дает. Она дает типа просто силу, просто броню. Плюс урон еще. Ему так объяснить, что она не поможет ему. Так, ну я бы вот так покачался бы. Таких как вот шейкер я вообще шлепаю. Сатаник. У сатаника это, кстати, супер неприятно. Блин, ну в таком случае, конечно, хотелось бы кое-что другое купить. Вместо вот этой бесполезной шмотки хочется купить вот так. А чем он вообще там насобирал? Он купил себе Скади, БКБ Сатаник, доедалось Фейза и эту штуку. Все обыденно, все дефолтненько. Довольно-таки мы берем себе Альбарду и берем Шиву. И все. Риен у него нету. А что за шейкер такой интересный? А, это ловкачный шейкер. Макритами и Терилами. А, это ловкач. Инди, я не знал. Я думал, ты не ловкачный шейкер. Уфу-фу. Блин, ну, майе, ну чё мне майе? Я бы вообще восстановление здоровья бы больше набрал и все. Мне как будто, кстати, не очень-то заходит в итоге Бутстоун. Какой-то он. Никакой. Но я так-то и махкритов никаких не взял, и ничего не взял. Не хочется тебе рисковать как-то, что ли, я не знаю, как правильно это назвать. Ладно, заберем сейчас уже. Я, кстати, добрал шмотку, еще хпс я добрал, нашел.
Угу, тоже в силе докачал. В итоге много. А корабль это магия, да? Корабль это магия в итоге. Ну, ДД, конечно, меня перебивает. Но Бастон вообще не заходит, кстати. Может быть, под мах криты он бы как-то зашел. Ну, вот так прям он не заходит. Но это опять же не проблема. Это все не проблема. Все меняется, все заменяется. Я просто куплю себе сейчас... алебарду сатаник. Да и все. Я заменю два слота. И я хочу посмотреть, как он меня убьет. Он меня никак не убьет абсолютно. Плюс какой-нибудь гигант ринг найти. Я думаю, это будет легкое. А так в моменте он, да, он сейчас сильнее, конечно, меня. Ну, ничего страшного. Не обязательно быть в моменте сильнее. Я уже столько игр так проигрывал. Будучи в моменте сильнее, думая то, что я сильнее. Я просто отлетал. Ну, кстати, в итоге засыкал и даже не пошел на меня. Ну, я не хочу тоже с ним драться, если честно. Потому что мне под него надо переодеваться полностью. Скорости бега мне как-то не хватает тоже. Ну, тоже покупать ничего, естественно, я не буду. До сих пор хочется махриты купить. Или Дискорд Робину. Я как-то им не доверяю, этим шмоткам. Он меня физикой пробивает. Мне нужна броня. Он мне тупо физический урон наносит. У меня очень мало брони. Блин, ну эту шмотку, но она тоже броню дает. Я бы даже молнии заменил на Шиву, скорее всего. Но все равно БКБ жмет, какая хер разница. Ну пока ничего не покупаем. Сейчас дождемся следующего уже этапа. Вот, и там уже будем что-то там думать. Что-то там выдумывать. Просто тапок, ну, невозможно сейчас скинуть. У меня будет скорость... Просто 300. Угу. Они там дерутся на этом, на боссе. Ну, не знаю, успею ли я. Но я топлю. В своем маленьком динозаврике. Я забрал. Да ты закумарил бегать уже. Бля, их так много, и они все меня хотят убить. Как будто. Ну да, он вот, я тупо стал на фиссуре, я даже сдвинуться не смог. Ну ладно, хорошо, возьмем еще мах ему на чуть-чуть. Кстати, вы меня убил и перебил в итоге, прикиньте. Ну ладно, мы просто в итоге все равно становимся ДДшкой какой-то. Бутстоун не заходит вообще в эту сборку, ну, объективно. Если бы я купил сатаник, я бы, ну, пару раз точно выжил. Так. Ну, тут, я думаю, ожидаемо. 10 000 денег.
Давайте посмотрим на шмотки, которые мы можем дать. Пират Хэт. Да, я ничего не хочу брать, на самом деле. Сопротивление магии. Я возьму голды. Я возьму голды, я возьму себе в первую очередь сатаник. Мне не очень нравится моя скорость бега, конечно. Да, ну вот этот... ну, кстати, вот сейчас с Муньяшей я могу бегать без тапка также. Не хочется особо продавать сейчас ее, 2200 я всего лишь получу. Положу в тайник. Алебарда и Шива по-хорошему надо выформить. Хотя, опять же, если я попадусь против Шейкера... Шейкер того, Шейкер Лавкач, мне придется тревела брать какие-то. Может даже какую-то кирасу взять. Ну такая напряженная каточка. Не чувствую себя комфортно на кире дизрапторах в хилу. Вы уж извиняйте. А, блять, они могут все от этого просто, они с этого сальца могут сделать все. Выпрыгнуть, выпердиться, вообще герою, ну, насрать, вообще бесполезный спел. Я не знаю, ну... Кайф, они по очереди будут со мной драться теперь. Они, блядь, просто всегда вдвоем. Как Биба и Боба, блядь. Ну ничего. Ничего страшного. Да, Шейкер очень неприятный. И фиссуры. Ну, сам по себе Шейкер это очень сильный герой. Они начинают меня скоростью брать. Допустим, на Шейкера мне алебарда нахер не нужна. Мне лучше сальцо какое-нибудь на него купить. Сатаник мне тоже, да, не помогает. Но это ГГ тогда. Я не могу отхилиться от него, потому что у него просто тонна брони. Тогда я ничего ему не сделаю. Там корабль возвращает кучу урона еще. Его как-то надо отрегенить. Корабль тоже. А, корабль же могу БКБ тоже нажать. Но Шейкеру самый кайф. Он типа, он особо физически ни с кем не сражается. Ему просто надо...
Бля, чему они всегда вдвоем, блядь? Да, конечно, клоунейда. Но без понятия, они вдвоем против меня играют. Причем я посмотрел, ни метки, ничего на мне не было. Против него нужно БКБ. 100%. Хекс какой-то надо. Ну, какой-то контроль нужен. Сто процентов контроль какой-то нужен. Стало какой-то надо тоже. Ну и скорости побольше. Хоть как-то за ним гоняться. А так он будет бутстоуны жать и все. Ты его никогда не убьешь. Но опять же, я сейчас куплю какую-то шмотку. Я тогда с кункой уже никак вообще не подерусь. Хотя, если честно, я уже не чувствую, как с ним драться. Так. Давайте так попробуем. Я не знаю, я перезакуплюсь как-то. Я не думаю, что я его выиграю, если честно. Ну, сам по себе герой очень сильный. Мотка у меня не та. Он меня вернет, типа, урончика вот это. Ну, какой-нибудь такой блювотину сделает. Опа. Обесрялись. Молодой человек. Вот это уже ошибка. Я не знаю, как это рандомной сборкой своих шмоток, я его довольно-таки легко убил. Я бы на его месте... Не знаю, на его месте я бы не сражался против меня, поэтому... Всем спасибо за просмотр, хорошего вам дня, и пишите, на ком мне еще сыграть, обязательно. Следующий будет Морф, ну, это логично. И подписывайтесь на канал, естественно. Все, сейчас заставочка проходит, и я выключаюсь. Ой.